Каждая страна суверенна и выбирает свой путь развития. Если соблюдать эти принципы, то, наверное, все в мире у нас будет развиваться поступательно, не будет каких-то противоречий, войн и конфликтов. Сегодня проходит знаковая конференция, собрались ученые умы, политологи из Белоруссии, из стран ближнего и дальнего зарубежья для того, чтобы проработать и определить научное, научно-методическое, политологическое обоснование тем процессам и объяснение тем процессам, которые сейчас проходят в нашей стране, которые проходят, и мы их наблюдаем, благодаря или не благодаря тектоническим политическим сдвигам, которые мы видим в мире, когда одни гегемоны теряют свое превосходство, когда образуется совершенно новое интеграционное объединение, когда уже появилось такое определение, как планетарное большинство, а те, кого раньше называли всем миром, теперь называются планетарным меньшинством. Вы понимаете, что всему этому нужно научное объяснение, научное сопровождение. А что касается Института президентства и процессов, происходящих в нашей стране, нам бы хотелось видеть больше политологов на экранах телевизоров, в средствах массовой информации, которые могли бы, как люди-ученые, объяснять и разъяснять людям простым, людям иногда по роду своей деятельности, занятыми другими делами, вот те феноменальные процессы, которые происходят в поступательном развитии нашего государства как суверенного, демократического, независимого, и которое, вопреки всем санкциям, всему давлению, рестрикциям, угрозам, развивается на благо своего народа. Также мы бы хотели, чтобы в рамках конференции политологи дали научное обоснование и институту ВНС, который прошел в 7-й раз, но 1-й раз в новом конституционном статусе, как высший представительный орган нашей страны, электоральному циклу, в который мы сейчас вступаем, и электоральному суверенитету, о котором мы заявляем, участию Беларуси в интеграционных объединениях, в тех, в которых мы уже состоим и в которые мы войдем в ближайшее время. В общем, вопросов достаточно много, на них нужны ответы, и мы надеемся, что в рамках этой конференции ответы на эти вопросы дадут ученые умы, которые собрались в Гродно. Сегодня у нас начинается очередная 10-я юбилейная конференция. Она посвящена прежде всего 30-летию Института президентства в Республике Беларусь и второе 20-летию конференциальной истории национальной политологии. К участию зарегистрировалось более 200 человек, из них более 70 зарубежных участников из 10 стран. Основной лейтмотив нашей конференции – это суверенное, независимое, устойчивое развитие нашей страны, ее государственного и социального состояния и системы. На конференции будет работать более 8 секций, которые будут обсуждать различные темы, связанные с функционированием наших политических органов власти и управления, взаимосвязи власти и гражданского общества, а также взаимоотношения с нашими дружественными партнерами. Самое главное, что белорусская страна ожидала, как организатор этой конференции, замечательно. Она посвящена 30-летию президентства Белоруссии. Ну и, естественно, обзор этого периода, 30 лет, он был напряженные годы, были сложные, противоречивые. Но, тем не менее, институт президентства Белоруссии оказался крепким, устойчивым, обеспечил, в общем-то, мне кажется, благосостояние в стране, хорошее настроение белорусам, хотя, конечно, есть у нас у всех некие тревоги, безусловно, и у нас в России, и у вас. Но, тем не менее, мы достаточно крепко стоим на ногах.